Рюкзак фирмы Вамбата «Коты». Красивый красочный рюкзак для детей младших классов, для девочек. На передней части рисунок милых кошечек под зонтиком. На кармане принт кота или кошечки, которая гуляет ночью. По боковым карманам смотрим. Также написаны кошки на английском языке. Сидит такой котенок, смотрит на птичку, которая поет песни. Здесь также такой же представлен принт. Качество ткани водонепроницаемое, легко моющееся. Швы выполнены качественно, ровно. Попробуем положить сюда что-либо. Карман на липучке. Например, воду. Оп, отлично. И закрываем. На рюкзаке есть ручка для ношения на короткие расстояния для детей и их родителей. Выполнена из пластика, эргономичная, очень удобно лежит в руке. Также есть петелька для подвешивания на парту. Так, посмотрим змейки. На змеечках у нас удобные есть такие из ткани хлястики, за которые удобно держать при открывании и закрывании. Также есть петелечки, за которые мы тоже можем держать для открытия рюкзака. Оп. Так, очень удобно. Внутри рюкзака на крышке есть карманчик, в который мы можем положить карточку с имя, фамилией ребенка, координатами, если рюкзак будет утерян. Внутренность рюкзака у нас идет подкладка на липучках. При стирке в стиральной машинке мы вытягиваем жесткий каркас, стираем, и потом обратно его можно установить. Рюкзак примет прежнюю форму. Посмотрим на спинку рюкзака. Спинка рюкзака у нас эргономичная, мягкая, вентилируемый материал с подушечками под спину для амортизации при ношении. Лямки у нас также мягкие, S-образной формы для удобства ношения на спине. Со светоотражающими частями. Они находятся у нас как на лямках, так и по боковым карманам рюкзака, и на передней части также. Лямки легко регулируемые. Пластиковый замочек такой идет, тянем, оп. Дно рюкзака прорезиненное, плотное, легко вытирается от загрязнений. Давайте попробуем положить в рюкзак то, что дети носят в школу. Альбом для рисования. Оп. Папка формата А4. Букварь. Тетради. Фломастеры. Ну и карандаши. Так. Здесь еще есть достаточно много места для того, чтобы положить и учебники, и еще какие-либо мелочи. Во внешний карман складываем пенал. Оп. О, отлично. По размеру четко. Можно сюда еще положить салфетки или какие-то блокнот, мелочи. Закрываем. И закрываем крышку. Отлично поместилось, очень красивый, стильный рюкзак, такие милые кошки нарисованы. Носите с удовольствием.